Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, может ли успешный человек, который управляет людьми, управляет большим коллективом, у которого свой крупный бизнес, быть наркоманом или алкоголиком. Да, конечно же, может. И, к сожалению, самые успешные люди, популярные люди, люди, которые работают в шоу-бизнесе, это одни из самых, скажем так, целевых клиентов любых наркодилеров. Потому что любой наркодилер – это тот же менеджер по продажам, считайте так, который заинтересован в первую очередь в развитии своего наркобизнеса. И если вы относитесь к категории успешных людей, соответственно, вы обладаете достаточным количеством финансовых ресурсов для того, чтобы покупать более дорогостоящие наркотики и покупать их в достаточно больших объемах и делать это регулярно. Вам для этого не нужно делать там кучу операций, как делает обычный наркоман, да, чтобы там ограбить кого-то, там где-то достать деньги, угнать чью-то машину и так далее. Поэтому, конечно же, успешных людей, наркодилеры, ну, можно сказать, окружают постоянным вниманием и заботой. Это может маскироваться под совершенно разные виды. Да, человек может приносить вам наркотики и при этом быть шикарным другом, говоря о том, что он якобы о вас заботится. Он может помогать вам с работой или с чем-то еще, но цель одна, да, чтобы вы полностью стали зависимым от того, что он приносит, от тех веществ и от него самого, потому что рано или поздно он понимает, что ваш секрет знает только он. И дальше начинаются различные манипуляции и шантаж. Вот. Поэтому, к сожалению, зависимость – это проблема не только бедных людей, но в первую очередь это проблема, которая, к сожалению, затрагивает богатых и успешных людей.